Поддержку населения в части коммунальных услуг обсудили на общественных слушаниях. В ходе работы участники слушаний узнали, положена ли выплата, как вычислить средний бюджет членов семьи за полгода и сопоставить полученную цифру с ежемесячными тратами на квартплату за данный срок. Так, на получение средств могут рассчитывать те, у кого расходы по квитанциям превышают допустимую норму – 22%. Хотелось бы, как вот этот размер допустимый, доли расходов на коммунальные услуги снизить до минимального процента, который может, понятно, что региону сложно нам как-то выходить.